Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 19 марта, я пришел на субботний рынок в районе Махмутлар. Салам алейкум! Да, так, друг увидел. Хочу показать цены на сегодняшний день. Вроде цены на нефть упала, и также на бензин цена спустилась к 18-19 лир, но только что я проезжал, опять на 20 лир она поднялась, там она, короче, скочит. И хочу вам цены на сегодняшний день. Надеюсь, ситуация уже через несколько дней все уже закончится. Teşekkürler. Söyle. Seni pazara koymam bir ya. Yedim ben, sağ olasın. Ben yedim. Sağ ol. Gittim. Ne var abi? Değil abi, sen nasılsın? Elhamdülillah, çalışmaya devam. Teşekkürler. Bakalım nasıl diyor, fiyatlar yayınlar, değişiyor mu? Fiyatlar çok değişiyor abi. Tayyip Baba gerçekten gerekeni yapıyor. Teşekkürler dile ona. Sağ olun. Onluk bir durum değil. Evet. Hayır, durum değil. Gerekeni yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Güzel olanı yapıyor. Güzel olanı yapıyor da ama benzin gördün mü? Oynadı yukarı gitti. Niye oldu? Şimdi mazot dünyada yükselmiş de 130 dolara. Evet. Şimdi düştü 97'ye yeniden 110'a yükseldi. Geri yükselecek mi? Yine 20 lira mazot şu an. Sen boş ver, yani, lazım mı? Peynir, zeytin, bir şey lazım. Peynir lazım olacak, tamam. Müşterilere lazım. Sen bir kamerayı bir kapat gel yanına. Geleceğim kamera kapatıp. Şeyin fiyatı ne kadar? Çek. Yağın fiyatı? Evet, en baştaki 80 lira. Boşum sliv sliv işte. Peynirci Fuat, Konya'dan peynirci Fuat. Peynirci evet, Fuat, tamam. 80 lira. Fuat 90 lira. Есть, из Кони. Бунь Ясин Абдан Гиль yapıyor, 95 lira. Это 95 лир, там витамины побольше, кажется, какие-то. Так, тулумы 55, 45, 40, 35, ну и уже... Görüşmek üzere. Bu ne? Hangisi bu? Bu yayık tereyağı. Yayık. Ayran yağı. Ayran yağı. Из айрана делают и яйк. Она самая вкусная. Фиат не дрону? Фиаты 108 лир. 108 лир килограмм. Советую. Я ben не aldım ya bugün dükkandan. Dün aldım da dükkanı. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Sağ ol. Ha, bunlar kaldı. Peynir kaldı. Nereye görüşürüz ya? Bunların fiyatını... 65, 80, 60, 45, изучайте турецкий язык, помогаю вам. 35, Конья Тулум. Вот это вкусно. Чанак Кале. Эзирный сыр. Как раз довольно, съем половину. Ага. Спасибо. Спасибо. Оливки. Цены на оливки, также сметана, это каймак у них, но написали сметану. Платно, платно. Я же попробую. Если попробую, половина закончу. Да. Так можно пообедать тут. Так. Цены на оливки. Abi tadına bakacağım da. Kusma. Teşekkürler. Kansa mı ya dinle dedi. Продавцы тут. Лупит будут. Все вместе. Но я спортсмен, я им покажу. Все видно, цены видны. Teşekkürler abicim. Bal nerenin balı? Adıyaman. Adıyaman. Aha. Fiyat nedir? 60 lir kilogram meda. Не знаю, какой мед, но 60 лир. 25 лир. Яйца динозавра. Бу 2,5 лира мы икили мы? А, здесь две эти, желтка две, два желтка. Ага. Специи. Кто-то меня просил в комментариях специи. Цены не видны. Это что? Мята. Тхаман. Кекик. Тимьян. Вот что здесь продают. Вкусняшки, няшки. Фиаттар йок, абизим. Фиаттар недир?
Фиатар. Смешанная перца. Перчики. Бу не? Чабаб. Чабаб якмак чин не был карышек. Это специи для шашлыка, чтоб на него там мариновать. Угу. Вот это что? Геверц. Для салатов, для картошки. Там. Это шафран. Турецкий. Куркума. Бунун фиаты не када? Килосу. Килограмм 200 лир стоит. 200. 100 грамм 20 лир. Карри. Туристский карри, горки это. Это горки карри, это нормально? Это нормально, это натурально. Сколько стоит? Очень дорого. Очень дорого. Никогда раньше. Еще самое, 20. 20, юж грамм. 100 грамм 20 лир. Там тюркиш, русиш? Тюркиш. Тюркиш. Нерен, да? Dağlardan. Dağlardan. Dağlıyım ben. Şey abi, sumak. Sumak aynı ya. Buna pahalı. 20 lira. Bu, bu 100 gram 100 lira. 100 gram 100 lir kurkuma. Normal 200 lira da 100 gram 100 lira da durma. Kupil уже 600 lira kilogram. O, dede, не знает русский язык. Килограмм 600 lir. Еще durma, это мускат, орех. Мускат, это орех. 600 lir. Но килограмм купили уже 100 грамм. 200. Килограмм 200 лир? Купили уже, да. Купили уже. Кто-то купил? 100 грамм 50. А, 100 грамм 50 лир. А. Тамам. Окей. Еще дорого это. Мята. Красный. Красный перец. Этот? Сколько вот стоит красный перец? 100 грамм 100 лир еще. 100 грамм 100 лир. Там 100 грамм я заберу? Это кабан 100 грамм 30. 100 грамм 30. 100 грамм, 100 грамм 30 100 грамм 100 лир. Сафран турецкий. Сафран турецкий. 100 грамм 100 лир. Это кариза. Корица. 100 грамм 30 еще. 30 лир корица. Это зира. Кумин. Кимьон, кимьон, кимьон. Кумин. Ага, кумин. Зира это. Лаплов. Для плов. 30 лир. 100 грамм 30. 30 лир. Все, кто хотел... Давай деньги, давай. Давай деньги. На кошелек, дядя. Кто хотел узнать цены на специи, все дядя рассказал. Говорит также по-русски. Немецкий, китайский, арабский, африканский. Все знает. Хорошо. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Груша 7,5, 6 лир, 4 лир. Потатес качтера 9 лир картошки ставят. 5 лир. 15 лир помидоры. 10 лир сельский такой органический натуральный помидор. 15 лир. Так, здесь 13 лир. Ага. Болгарский перец 15 лир, огурцы 7 лир. Авокадо 1 штука 7 лир. Клубника 30 лир. Ne kadar? Tut. Poşeti ne kadar abicim? 30 lir o nas. Ne kadar abi? Şehit olmadı o da. Şevka yiyeceğim. Buyurun buyurun. Daha süperli. Gribi. O nas tıkla 15 lir. Kilogram. Цены вроде плюс-минус немножко поменялись, вечером еще туда вниз пойдет немножко, так что давайте смотрите дальше. Tamam. Evet, alayım. Alayım, tamam. Gördüm, 5 lira portakal, 5 lira levjimki. Ben çekim yapıyorum da şey yapamam. 8 lira огурцы. 8 lira. Я уже здесь все меня знают. Уже подготовили тухлые яйца. Все будут пить. Кидать меня, если я не куплю. Здесь ли такие маленькие помидоры. Один заберу. Помидор, помидор. Еще киля вкусная. Очень сладкий. Очень сладкий. Это дыня? Тыква, дыня? Да, хорошо. Вы тоже понюхайте. Да. Дыня. Пахнет, пахнет. Дыня. Питание себе когда? 15. Одна штука 15 лир. 1 кило.
Teşekkürler. Mandarin 10 lir, gruşa 7 lir. Buyurun. Yani işte 1 kilo alsam benim hoşuma gidiyor. Aynen aynen. 2 lir alacağım da elimde şey cihaz var. 2 kilogram banan, но внутри вкусный банан. Там кожа там потеет. 2 лиры, 8 лиры. Здесь 9 лиры бананы. Киви еще есть, киви. Так, 4 лиры. Баклажан хорошенький, стоит 18 лир. Плачущий банан стоит 10 лир. Лимона 4 лиры килограмм. Это что такое? Бал. Настоящий банан килограмм 100 лир. Tamam. Bu da bal mı? Bal abi, hepsi bal. Doğal bal. Kendi bu çiçek bal mı? Çiçek bal efendim. Kendin yapıyorsun. Yok, arım yapar. Kendim yapmıyorum. Arı yapıyor, sen de onu yaptırıyorsun. Aynen. Şimdi kendin tamam. Yapıyorsun. Çiçek dedi, balı. Cetoçni miyot. Ondan sonra her şey pahoş, потому что такой темненький. Его как-то... Bunu nasıl ispat edebiliyoruz doğal olduğunu? Bunu satan adama güveneceksin artık. Ha, onun bir şeyi de var da böyle bir şeye koyuyorsun, yapıyorlar. Tamam, anladım. Videoda bu ne kadar? Bal mı mu? Ne kadar? 30 lira. Balip stoli. Tri ama yenmez, içilmez o. Bakayım. Ha, tamam. Yenmez. Ha, нельзя кушать, оказывается. Я чуть не откусил. Так. Ha, прополис. Прополис. Bu da прополис. Yok, değil. Прополис. Ha, прополис этот. Bu neydi? Bu balım mı mu? Да, это... Прополис. Прополис. Бу не кадар? 50 лира. Бу да прополис. 50 лира одна штука. Ага. Это тоже прополис. Бу, бакан. Прополис. Бак, бу. Ага. Аннатай. Тамам. Зейтин яла эритилмиш хали бу. Ха. Это... Бу да, бу, бэля. Бу олмыш. Бу олмыш. Тамам. Это с оливковым маслом прополис размешали, получилось вот это. Бу не кадар? 50. Это тоже 50 лир. Ага. 50 лир. Бу да 50. Тамам, алыш. Var ihtiyacın varsa vereyim. Tamam. Her zaman burada oluyorsun. Burada вот находится между этим зданием. Дядька, можете мне приобретать настоящий мед цветочный, 50 лир. Он говорит, не знает. Купите. С прополисом. Olur. Küçük test edebilirim mi? Придется купить. Неудобно с телефоном. Так, алабим. Вер балы. Еще алмаз бенди бана. Хочешь бахаджама? Бахаджама. Давайте, да. Кто разбирается в меде, дайте мне. Напишите в комментариях. Вдруг это не настоящий? Не знаю. Tamam, ben doğal güzel. Şeker, meker, glukoz, hiçbir şey yok. Onlar ben kendim falan, bilmem falan sen dediklerini. Ha, bilmiyorsun, helal olsun abi. Teşekkürler. Şu kupiyo mört. Ha? İyi yapıyorsun abi, ben de bundan sonra buradan alayım. Teşekkürler. Memleket nereye? Kafkas. Hadi abiciğim, teşekkürler. 3 lira limon. Limon 3 lira. Görüyorum abicim, teşekkürler. 5 lira яблоки. 3,5 у него вот ящики. 3,5 lira яблоки. Так. Хочу пок... Абидим, бекле, бекле. Бал алдым, бекле. Баллыйм бугун, бекле. Я вот мед поел, и сейчас тебя... Не знаешь, голова болит после этого меда. Аж глаза раскосились. Наверное, жить буду. Надо дать беды? Грейпфрут 7 лир. Бу не кадар? Грейпфрут сую ма бу? Зажимает грейпфрут, 20 лир стоит. Портакал да не кадар? 15.
Ateşim 15 lir. Выжатый. Havuç ne kadar abla? 7 lir. Narkoz. Вот хлеб натуральный, дядя, привет, салам алейкум, 16 лет. Супер хлеб. Горячий. Горячий сейчас. Сейчас горячий. Здесь, короче, тоже настойки. Я мед уже купил, вот у дядьки есть другой какой-то мед, другого цвета. У меня более темненький. Все, если завтра выживу, я напишу в комментариях. Яйца. Вкусно. Бегущие курицы стоят 1,75 куруш копеек. Сенден де булар юрюр, ёкса атлиялак имутлюр. Хэм атлюр, хэм юрюр. А, у него есть яйца тут от куриц, которые прыгают и которые бегают. Тешекюля, рабим, сөйлядим видео. Сау. У него 1,60 стоит яички. Айрат! И желтый есть болгарский цвет, и оранжевый есть, и красный есть. Цветного только нет что-то. Сухофрукты, орехи, фисташки, миндаль. Килограмм стоит, вот смотрите. Все, здесь было очень холодно сегодня, сильный ветер, солнышко греет нас. Хошбулдук абидим. Сухофрукты. Айна, мешили людям, Бахтян Гиришта. Это улица Ататюрка, это вход. Можете оттуда войти, можете с той стороны. Органик натуральный. Питане де бен алайм, я. Не кадар олыр финики? Финики? 35. Бу му? Килосу му? Да, килосу. 35 лир килограмм финики. Нерен бу? Bu İran. İran. Ama çok güzel. Bunu çok satıyorum. Helal olsun. Hayırlı olsun. İyi pazarlar. Tamam. Tamam. Tam glubini. Там, короче, много всего, но там много народу ходит, из-за этого не хочу туда заходить. Но вдруг этот макарон-вирус меня поймает. Дорогие зрители, сегодня снова, скажем, 19 марта, показал вам цены на рынке. Надеюсь, полезная информация. Ставим лайки, комментируем. Можете также попробовать те фрукты, которые я снял в ролике, откусить хотя бы кусочек. И... надеюсь, была полезная информация. Миру нужен мир. Всем пока-пока.